Так и снова всем привет, я покажу вам, как подключить фотоаппарат без батареек. Берете вот просто шнур и делаете вот такой вот переходничок, который вот будет втыкаться не в батареечный отдел, а по питанию. Отдельный есть разъем на каждом фотоаппарате. Может быть, у вас немножечко другой, но я вам покажу, как сделать именно такой разъем, который питает 5-вольтовый фотоаппарат. Вот такая вот хрень. Смотрите, сейчас я его включу и покажу. Вот пауэрбанк, который я делал вчера. Я его вам не покажу здесь, потому что это секретные материалы. Вот видите, фотоаппарат уже включился и работает. Вообще красотища. Теперь можно ехать на отдых в любое место, куда вы хотите, и делать фотографии, снимать видео. Короче, вот такая красота.